в наши края какими судьбами? Да спасибо человеку, хочу сказать. Интересное дело получается. Он тебя же и спас. А ты его и знать не знаешь. Эшелон разбомбили. Прямо на станции бомбить начали. Кто успел, с вагонов попрыгали, да в лес текать. Ну и мы в лес. Прямо она. Жить хочет. Нас там девчонка местная нашла. И еду носила. Аленку. Молодую девоньку немцы повесили за то, что пришлым помогал. Я сбегал, амбар нашел пустой. Там и схоронились. Ну, конечно, если какая-нибудь гнида не побудет. Но ведь война была. Была война. Немцы в спину стреляли. Они казнили нас.